Это событие долгожданное для всех заводчан. Еще год назад здесь задумали открыть мемориальную доску в память о генеральном директоре предприятия «Кузнецов» Игоре Шитареве, важной личности в истории завода. Он руководил им почти 20 лет, и это время пришлось на тяжелый период в экономике страны. Здесь многие согласятся с тем, что именно он спас завод в тяжелые 90-е. Этот человек, это глыба, это человек, который в 90-е годы не дал разрушить одно из ведущих предприятий двигательно-строительной отрасли нашей страны. Но он еще ведь был и патриотом нашего университета. Несмотря на огромную загруженность, Игорь Леонидович возглавил кафедру двигателей летательных аппаратов в Аэрокосмическом университете. Он не мог делать что-то в полсилы, вспоминает его дочь. Из дома уходил рано утром и возвращался за полночь. Благодаря усилиям Игоря Шитарева и его команды заводу удалось сохранить производство двигателей для боевой авиации, ракетно-космической отрасли, газовой и нефтяной промышленности. То, что есть сегодня, это большое задел было тогда сделано. Да, и то, что мы сохранили сегодня как завод, как действие предприятия, это благодаря, конечно, заслуги очень большие ему принадлежат. А сегодня мы работаем практически круглые сутки, работаем с большим напряжением. У нас очень много заказов на текущий год, на будущий период времени, на 17-й год подписаны планы. Памятная доска установлена на здании, где работал Игорь Шитарев. На открытие пришли его родственники, друзья, ветераны предприятия и сотрудники завода «Кузнецов». Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».